Thank you. Промежуточных эвакуационных пунктов работают психологи, они оказывают поддержку людям, которые вынуждены покинуть собственные дома из-за активных боевых действий. Добавлю, что Россия активно распространяет фейки о блокировании эвакуации из Волчанска, как сообщили в Центре противодействия дезинформации. Цель Российской Федерации – дестабилизировать ситуацию в регионе, а также дискредитировать вооруженные силы Украины. 1400 российских военных были ликвидированы силами обороны Украины за минувшие сутки. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины. Общая цифра потерь армии Российской Федерации уже превышает 485 тысяч. Также украинские военные за последние сутки уничтожили 11 российских танков, 43 бронированных машины, 28 артсистем и одну систему противовоздушной обороны российских оккупантов. Кроме этого, силы обороны Украины сбили один российский самолет. Накануне также сообщалось и об одном вертолете К-52. Были сбиты также 49 беспилотников. Силы обороны Украины уничтожили более 30 единиц автомобильной специальной техники и цистерн российских оккупантов. Для российских оккупантов не должно быть ни одного безопасного места ни на украинской земле, ни в украинском небе. Владимир Зеленский в своем ежедневном обращении поблагодарил вооруженные силы Украины за сбитый российский Су-25 Донецкой области. Также президент Украины проинформировал о докладах главкома и министра обороны относительно ситуации на всех направлениях фронта.